Ровно год назад в состав Российской Федерации вернулись 4 южных региона – Донецкой и Луганской народной республики, а также Херсонской и Запорожской области. Договоры о включении новых территорий были подписаны после референдумов. Жители Донбасса и Новороссии большинством голосов поддержали присоединение к России. 30 сентября решено праздновать День воссоединения. В 2023-м он проходит в первый раз. На площади Ленина активисты общественных организаций и студенты провели патриотический флешмоб. Я считаю, что подобные мероприятия очень важны, потому что мы показываем наше единение, наши дружеские отношения и, конечно же, все это шаги к новейшей истории России. Огромный флаг Российской Федерации взяли в руки общественные деятели, а студенты выстроились в форме числа 89, что символизирует единство всех субъектов страны. С детства такие термины, как честь, долг Родины, меня прививали, ну и это святые вещи в нашей семье. Поэтому это все дело было хранилось и будет продолжаться. Мной, моими детьми, правнуками. От дедов к отцам, от отцов к детям. Эта дата войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию новых регионов на правах субъектов России. Напомним, референдумы о вхождении состоялись год назад, с 23 по 27 сентября. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.